Общественные организации Приднестровья написали письмо руководству Молдовы и потребовали прекратить давление на нашу республику. В обращении говорится, что молдавским властям пора научиться учитывать интересы приднестровцев, чтобы обеспечить мир и стабильность для нынешних и будущих поколений. Молдова, воспользовавшись боевыми действиями на Украине, взяла под контроль ввоз товаров в Приднестровье и блокирует грузы по своему усмотрению. Молдавские власти препятствуют ввозу удобрений, сырья и оборудования для предприятий и лекарств для больниц и аптек Приднестровья. Это, по сути дела, бить по голове свой народ и вызывать неуважение этого народа по отношению к Молдове. Это вопрос, связанный и со здоровьем народа. Имеется в виду Приднестровской Молдавской Республики. Многие сейчас жалуются, в том числе и нам, вообще Приднестровский народный форум, о том, что нельзя купить ряд лекарств, которые уже отсутствуют на полках. Сопредседатель Общеприднестровского народного форума Юрий Чебан подчеркнул, что от действий Молдовы страдает не только каждый житель Приднестровья. Бесперебойная работа ММЗ важна для самой Молдовы. Общественники надеются, что международное сообщество обратит внимание на сложившуюся ситуацию и сумеет заставить молдавские власти отказаться от действий, которые могут подорвать стабильность и безопасность на Днестре. Непоставка лекарств на сопряженную территорию и отсутствие возможности лечить и поправлять здоровье населению Приднестровья и блокирование этого со стороны Молдовы – это и есть геноцид. Это самый настоящий геноцид. И я не думаю, что международное сообщество допустит этот геноцид. Письмо руководству Молдовы подписали правозащитные центры, профессиональные объединения, общественные и молодежные организации Приднестровья.